Всем добрый день, меня зовут Наталья Невзорова, и сегодня я получаю третий заказ каталога номер 12, и сейчас мы его рассмотрим. Итак, в этом каталоге идет с хорошей скидкой туалетная вода Divine, и она сейчас пользуется спросом, вот второй заказ я уже делаю, и девушка еще заказала дополнительно дезодорант Divine. Скажу честно, что я этими дезодорантами не пользовалась, вот именно парфюмерными дезодорантами. Но если судить по надписи, то это не антиперспирант, это дезодорант, который маскирует запах пота. То есть он содержит, скорее всего, спиртовую добавку, которая, так скажем, убивает микробов, которые находятся на поверхности нашего тела. И, соответственно, уменьшает запах именно выделений, которые эти микробы производят. Потому что запах пота, он не, вернее, потому что пот он сам по себе не пахнет, а пахнет именно продукты переработки тех микробов, которые живут на нашем теле. Туалетная вода Divine в основном пользуется спросом вот, по опыту в зимний период времени, поэтому сейчас компания ее как раз делает со скидкой, потому что скоро у нас уже зимний период. И она, кстати, активно всегда продается перед Новым годом. Ну, в переводе Divine на русский язык это божественное, по-моему. И код этой туалетной воды 113.55. Очень красивый флакон, у нас его, к сожалению, нет, в виде девушки, и мне эта вода нравится. Она содержит в своем составе шестилепестковую орхидею, ну и в свое время она была у меня, на, так скажем, в тренде. Я ее брала, по-моему, 2 или 3 раза даже. В этом заказе у нас идут зубные пасты, которые идут для десен. Именно по уходу за деснами, поэтому сейчас две пасты тоже идут под заказ. Мы зубными пастами Oriflame пользуемся, мне они нравятся. У нас в ванной стоят и две зубные пасты. Одной мы пользуемся утром в синеньком флаконе, которая идет, считается как универсальная, защитная. И этой пастой я, например, пользуюсь вечером. Очень нравится мне мыло Discovery, люблю их, поэтому сейчас вот несколько кусочков тоже заказала, пользуются всегда спросом. Давайте одно откроем, посмотрим, потому что они в основном у меня идут на продажу. То есть мыло из серии Discovery, вот они выглядят следующим образом, очень удобный кусок вкладывается в руку, хоть так, ну вот мне так, например, удобней. Очень кремовая текстура такая приятная. Они не растекаются в мыльнице. Очень классное мыло. Мне вот они очень нравятся. В этом каталоге заказали вот такие щипчики для ресниц. Можно их рассмотреть вблизи. То есть если сейчас вот камеру приблизить. То есть с одной стороны идет силиконовая прокладка, с другой стороны идет металлическая поверхность. Поэтому реснички вставляете без туши обязательно, если вы будете пользоваться этими щипцами. Сначала вы реснички зажимаете ими, а потом уже красите тушью. Потому что если вы будете делать наоборот, то реснички просто поломаете. Классное масло с эвкалиптом и чайным деревом, по-моему, идет с экстрактом, антибактериальное. Дома у меня такое есть. Давайте сейчас его рассмотрим поближе. Откроем. Оно идет с капельницей, что очень удобно. То есть вот такое белое совершенно, с приятным ароматом. Вот такая капельница. Можно на ватный диск, можно капать на ватный диск, на ватную палочку. И уже пользоваться. То есть для чего оно нужно? Порезы дезинфицировать, мелкие какие-то, да, то есть кутикулу смазывать можно. То есть все, что ранозаживляющее и противовоспалительное. Например, простуду им любят смазывать, герпес там, да, на губах. Я, например, использую прыщики, да, если прыщики надо мне подсушить немножко, да, вот я это масло использую. Помадка. Итак, помада код 35824, идет она у меня под заказ,
такой вот красивый цвет. И там помада матовая мусс. Заказали также средства для интимной гигиены. Вот в крас сейчас они идут с разными цветами и являются для, ну, как бы с разными комплексами. То есть это вот, например, защитное средство для интимной гигиены. Если, предположим, в сиреневом флаконе идет там, да, то оно уже мягкое. Мягкий гель для интимной гигиены – это уже для подростков, да, считается. Пребиотик содержит. Это тоже пребиотик содержит. То есть, в принципе, они немножко с разными комплексами. Ну вот, сейчас вот их легко отличать и понимать, что к чему. Дочка заказала вот такой крем кокос. Ей, видимо, он понравился, как кокосовая вода и что-то еще. Кокосовая вода, по-моему, называется крем. Это крем для лица. Объем у него 150 миллилитров, достаточно большой. Естественно, они все идут в запаянные. Но у него очень приятный запах. Вот, кстати, в этой серии я пользовалась скрабом. Запах очень классный. Заказала я еще один комплекс Wellness Life Plus. Я уже их показывала в предыдущих видео. Но все равно не все смотрят видео, задают вопросы, что это такое. Например, даже из моих партнеров. Еще раз объясню. Вот еще раз расскажу, что такое подписка. То есть подписка – это когда вы берете коктейль и витамины. То есть подписка Wellness Life Plus. Эта подписка называется «Твоя жизненная энергия». То есть состоит она из коктейля и витаминов. Первый шаг подписки Wellness Life Plus, «Твоя жизненная энергия», приходит вот в такой комплектации. То есть коробочки идет. И вы получаете бесплатно вот такой шейкер. То есть платите только за витамины и за коктейль. Поэтому подписку Wellness Life очень удобно заказывать. Если вы закажете в следующем каталоге второй шаг, потом дальше в каталоге третий шаг, вы их получите по полной стоимости, а четвертый шаг здесь приходит бесплатно. Но чем отличается подписка Wellness Life от простой подписки? Например, если только вы бы взяли коктейль или только бы взяли витамины. То есть в четвертом шаге, вот если вы заказываете подписку Wellness Life, то вам еще и начисляются баллы. То есть, по сути, вы ее получаете бесплатно, этот комплект. Но уже они приходят, конечно, без шейкера, без коробочки. Но вы получаете их бесплатно, а баллы вам начисляются. За эту подписку начислено 100 баллов. И каждый каталог, выкупая, вы будете получать по 100 баллов. Дальше 5, 6, 7 и 8 шаг. Бесплатных шагов там не приходит, но делается скидка 30% на стоимость подписки. Поэтому подписку Wellness Life заказывать выгодно. Выгоднее, чем обыкновенную. Ну а так как я пью коктейль, а подруга у меня заказала для своей мамы витамины, то, соответственно, я снова оформила подписку Wellness Life, и мы с ней ее разделим. То есть она будет брать витамины, а я буду брать коктейль, так как витамины у меня пока есть. В коробочке у нас еще осталась вот такая тушь. Эту тушь я взяла для тестирования. Тушь удлиняющая. Обязательно сниму видео из серии On Color. Это новинка. Приходит она, видите, тоже в запаянном состоянии. Очень любят вот такие бальзамы. Но я, кстати, брала вот этот бальзам, он называется увлажняющий бальзам для губ, то есть супер увлажняющий, интенсивный, да, вот интенс написано. Скажу честно, что мне вот мягкие бальзамы понравились чуть-чуть побольше, которые идут цветовые, да, то есть с цветом. Этот бальзам, он такой более твердый по своей консистенции. И как-то вот я им пользовалась, потом все равно перешла на другие бальзамы и отдала этот бальзам мужу. Следующая коробка. Ну, хит продаж – это туалетная вода Excite Димы Билана. Абай Дима Билан. Эта вода любима. У нас она никогда не задерживается. Когда мы ее берем, обязательно кто-нибудь ее покупает. Под заказ идет вот этот наборчик. Молоко и мед. Крем для рук и тела. Про него я тоже уже рассказывала.
любят его очень. Это один из лучших увлажняющих, смягчающих кремов для рук и для тела сразу идет. И идет вот такое мыльце. Раньше оно было по расфасовке побольше, 100 граммов. Сейчас 75 граммов идет. Приятно, вообще очень приятно пахнет ванной. То есть, если вы его выкладываете на мыльницу, ванная, вообще шикарный запах. И он не пахнет вот прямо медом. Какой-то вот такой сливочный немножко аромат получается у этой серии. Потому что кто-то считает, что у него там на молоко, вернее, на мед аллергия. Вот не слышала вообще, что у кого-то аллергия есть вот на эту серию. Поэтому серия шикарная. Еще один гель для интимной гигиены. Это успокаивающий. Я думаю, что он будет больше всех пользоваться спросом. Потому что раньше тоже вот успокаивающий гель покупали чаще. Мужской гель для укладки 48-часового действия. То есть идет супер стойкость. И взяли у меня вот под заказ сейчас его. Может быть, даже в принципе можно и женщинам использовать его. Ничего страшного, что он идет в мужской серии. Но для меня он не подойдет. У меня длинные волосы, у мужа у меня короткие волосы. Поэтому в нашей семье этот гель не подходит. Но вот кто-то себе его заказал. Еще одна вот штучка идет. Два штуки. Средство для снятия водостойкой косметики. У меня приятельница все время его заказывает себе. Очень ей оно нравится. То есть вот такая, видите, штучка, ее взбалтываешь и снимаешь косметику. То есть она снимает водостойкий макияж. Сейчас идет в каталоге новиночка, туалетная вода, и вот такой спрей к этой туалетной воде идет, парфюмированный, который можно смешивать с туалетной водой, и получается еще один аромат. Поэтому я его сейчас не смогу попробовать. Не пахнет. Так что кто-то его заказал у нас. Я думаю, что приятный запах, наверное, пахнет сладеньким чем-то, потому что розовенькая водичка с цветочными нотами. Попробовала я вот эту основу матирующую. Не буду сейчас ее открывать, потому что это у меня идет под заказ. Но скажу так. Двоякое ощущение осталось. Сняла, конечно, видео, еще не смонтировала его. Что мне понравилось? Во-первых, конечно, по консистенции она плотная и действительно превращается в пудру. То есть такое впечатление, что как крем-пудра, два в одном. Что сначала не понравилось? Проваливается в поры носа. У меня комбинированный тип кожи. При нанесении этой тональной основы у меня сразу на носу все провалилось в поры. То есть по консистенции своей она тяжелая. Но когда я снимала видео, выключила камеру. Конечно, в конце видео я дала свой отзыв. Выключила камеру и посмотрела в зеркало. Я была очень удивлена, что все поры на носу закрылись. То есть она закрывает поры, и в принципе она очень хорошо подходит для жирной комбинированной кожи. К вечеру кожа, когда поры закрылись, кожа становится идеальной, очень классной. Но нужно вот этот момент выждать, потому что иногда бывает, что я очень тороплюсь, и надо вот как-то все это сделать по-быстрому. Вот какое-то время нужно для того, чтобы поры закрылись. Она контролирует выделение кожного сала, плюс очень ровно наносится, кожа становится бархатистой. Единственное, что если у вас плохо увлажненная кожа, обработайте ее обязательно скрабом, потому что она шелушится, да, если шелушится кожа, так как все вот эти неровности будут видны на коже. Наносила я ее, пробовала еще на базу под макияж Novage. Как-то вот мне меньше понравилось, потому что прям все дефекты я увидела на лице своем. То есть вот эту вот шероховатость. Сейчас я активно пользуюсь увлажняющей эссенцией. Может быть, еще поэтому так получилось, что она вот выдала мои такие сухие участки кожи. Поэтому достаточно хорошо обработайте кожу скрабом или пилингом для того, чтобы она не показывала вот эти шелушащиеся участки.
Ну и, в принципе, я бы ее все-таки оценила по достоинству, эту тональную основу, несмотря на то, что изначально вот она дает эффект такое проваливания в поры носа. Туалетная вода Экла. Не знаю, как читается это слово. Ла или ли. Надо посмотреть в каталоге. Вода очень легкая. Из такой популярной линейки туалетных вод Экла. Для молодого мужчины в основном берут эту туалетную воду. Она такая легкая, очень приятная. У нее красивая бутылочка идет. То есть вот кто-то заказал сейчас. Солнцезащитный крем для лица, по-моему. Да, для лица и чувствительных участков тела с высокой степенью защиты. 50. Берет у меня приятельница этот крем все время. У нее очень смуглая кожа. И вот она пользуется именно кремами 50-ками. Еще одно средство для интимной гигиены. Это средство для женщин, которые уже находятся в периоде менопаузы. Смягчающее. И если вот посмотреть, вот сейчас все 4 геля, каждый работает с определенной проблемой в интимных зонах. Так, вот еще одна тушь удлиняющая. Ну, давайте ее откроем. Одну я себе точно заказывала, поэтому сейчас ее откроем, посмотрим. Кисточку. Это тушь, прототип туши Colorbox. Ее очень долго ждали. Она была с таким сиреневым колпачком в черном флаконе. Ее, кстати, спрашивали. Долго ее не было в продаже. Вот сейчас, наконец-то, появилась. Вот. Ее кисточка. Это тушь удлиняющая. Потом сниму о ней обзор. Вот две туши, которые пришли под заказ, которые идут с эффектом подкручивания. И единственная разница в них то, что эта тушь идет с освежающим эффектом. Как-то вот она так позиционируется. А это обычная подкручивающая тушь, распахнутый взгляд. И у них абсолютно одинаковые кисточки. Сейчас я вам кисточку покажу. Я этой тушью пользуюсь вот сейчас, в данный момент. Мне очень нравится она. Вот у них вот такая кисточка с суженным носиком и чуть-чуть расширяющаяся к краям. Мне нравится тем, что она очень классно подкручивает. Она создает объем ресницам. Реснички такие вверх становятся, распахнутый действительно взгляд. Поэтому кто говорит, ой, это не моя кисточка, там я такой не привыкла и так далее. Возьмите эту тушь, вы к ней точно привыкнете, к этой кисточке. И у нее очень-очень классный эффект. Реснички красятся удобно даже, да, потому что маленький кончик, вы никогда не заедете в глаз им, например. И плюс еще ее можно разворачивать, да, то есть вы можете так красить и вот с этой стороны красить, то есть удобно. Вот это вот, этой стороной красится уже внешний уголок, внешние реснички, которые идут к внешней стороне лица. Ну, тушь мне нравится. Вот я сейчас ей пользуюсь, я очень довольна. И, в принципе, я и вот этой тушью раньше пользовалась. По поводу освежающего эффекта. Говорят, она идет с каким-то ароматом. У нее есть такой легкий аромат. Ну, я бы не сказала, что прям он даже, мне кажется, она тушью пахнет. То есть, такого вот эффекта какого-то я не наблюдаю там, вау. Это, мне кажется, чисто маркетинговый ход. Еще одна помада. Идет у меня тоже под заказ. Она очень красивый цвет. Вот такой. Это, по-моему, какао какое-то. Очень нравится. Код у нее 35826. Матовая помада. Мусс. Мне вот, кстати, эти помады тоже очень нравятся. У меня такая красная есть помада. И очень легкая по текстуре. Наносится классно, держится хорошо. Никаких подводок не надо. Не растекается. То есть мне помада понравилась. Вот из этой серии именно вот матовая мусс. Так, консилер заказали в тюбике. У меня об этих консилерах снято видео, можно посмотреть. Я прям там все три цвета сравниваю. Коробочку не порвать. Покажу, как он выглядит. Приходит в коробочке. Вот. Код у него 306-17.
Вот такой оттенок. По-моему, темный это оттенок идет. Их там 3 штуки. И видео у меня обзор снят по этим консилерам. Разница. Подводочка. Подводка идет с фетровым наконечником. Она идет у меня под заказ, поэтому я очень аккуратно ее открою. Вот у нее такой толстенький фетровый наконечник. То есть тоненькую линию уже ею не прорисуешь. Он твердый, этот наконечник. Поэтому это подводка для уже мастеров. То есть тот, кто уже умеет пользоваться подводками. Потому что мне кажется, что подводка Giordani, которую я сейчас пользуюсь, Giordani Gold, которая идет с тонкой кисточкой, мне кажется, ею легче наносить линию, потому что там прям по линии роста ресниц рисуешь, то это немножко сложнее рисовать аккуратно. Ну вот сейчас любят вот эти помады. Шикарная серия, 129 рублей сейчас в каталогах. Это у меня цвет 38744, тоже под заказ идет. Нюд какой-то. И это, по-моему, он же. А это 42-й. Вот я себе, кстати, 42-й брала. Давайте с 44-м сравним. Вот это розовый нюд. А слева, по-моему, бежевый. Вот они, такая разница у них. Мне очень нравится эта помада. Запах приятный. Консистенция классная, на губах классно лежит, за губами ухаживает, вообще шикарно. И дизайн очень красивый, такой лаконичный. Еще одно средство с маслом чайного дерева. Так, ну и вот осталось у нас пробничек, кто-то заказал помады, тоже под заказ идет. Это новенькая помада, которая будет в следующем каталоге, матирующая. Консилеры у нас они есть. Когда-нибудь сниму с ними обзор. Очень классные консилеры. Мне они нравятся. Они идут с кисточкой. Так, ну и у нас осталось тени. Uncolor у меня пока еще не снят. Они у меня все взяты, но обзор пока еще руки не дошли до них. Обязательно сделаю. И вот 2 мыльца детских. Одно утиные истории. И второе мыльце Микки Маус. Открывать не буду, потому что под заказ идут. Ну, вот это кругленькая. Утиная история я уже показывала в одном из своих видео, поэтому можно будет посмотреть. Ну и вот такой заказ у меня. С вами была Наталья Невзорова. Если вам было полезным это видео, нажимайте кнопку «Мне нравится», делитесь им со своими друзьями в социальных сетях, подписывайтесь на мой канал и всем до новых встреч!